Здравствуй. Это у вас значков столько? Это не значки, это награды, дорогой. Значок это покупается. Гвардия. Это да, заслужить. Гвардия это очень хороший значок. Очень. Да. Война началась, я учился в 6 классе. У нас преподаватель физики говорит: ребята, война началась, вам, говорит, придется служить, говорит, защищать родину. А что вы умеете? Вот вас призовут сейчас в армию, а что вы умеете делать? Вы ж стрелять не умеете, значит, это, прав нет, еще по возрасту мы еще не подготовлены. Надо ребятам, говорит, надо что-то, какую-то профессию иметь, чтобы в армию пришел и готов был встать в строй и вступить на защиту государства. Ну и достал зумер и с нами начал изучать азбуку Морзе. Ну и я уже перешел в 9 класс. Военкомат правильно принял решение, что нас, пацанов, еще и 17 лет не было, решили забрать в армии. Пришел военкомат, что ты умеешь делать? Ну, я вот тити-тати могу делать. Ну, и меня направили в город Ленинград, в полк связи. Полк связи, задача полка связи, обеспечивал Ленинградскую армию ПВО, противовоздушную оборону, которая защищала Ленинград от воздушной авиации, немецкой авиации. Мы на приемном центре принимали донесения, которые шли от постов на воздушное наблюдение, оповещение, связи. Солдаты за линией фронта шли, летят немецкие самолеты, он считает, раз, два, три, четыре, там 10 самолетов, там 20 самолетов, и в каком он квадрате сидит. То есть, если я донесение не приму, значит, самолеты прорываются в Ленинград. Вот, и начинает бомбить. А так, часть самолетов, конечно, сбивает, часть вот попадает они в защиту. Было 5 полков аэростатов. К ним подвесывались железная троса, железный трос. И он окрашивался под цвет неба, а у самолета скорость-то высока, и самолет летит, и раньше самолеты не турбины, как сейчас, а винтовые. Он винтом врезался в этот самый, и винт летел, и понятно, что самолет падал. Вот такая наша была задача. Мы когда планировали, а потом я говорю, а ветераны придут, а у них внуки, правнуки. Давай сделаем детскую площадку. И вот сделали детскую площадку. Тут детей всегда очень много. Я говорю, нет больше нигде такого ветеранского дворика. Вот здесь проходят мероприятия. Каждые праздники концертная бригада приезжает. У меня и академия, военная академия выступала, и бригада связи, и это самое, другие, ну, в общем, много уже выступало тут. Сначала поставили скамейки, не вкапывали в землю, а потом меня алкаши забирает, вон туда вытаскивает, и я жест замучил. Несите скамейки снова на место. А потом уже начальник уже сказал: Ида Ивановна, давайте мы заново закажем со спинками скамейки и вмонтируем их, это самое. И вмонтировали. Сейчас стоят на месте. У нас тогда, в тот период, вот такая обстановка была в этом, в деревне, я про деревенскую жизнь, очень такая патриотичная. Мы в бой за Сталина, в бой за Родину, мы готовы воевать. А в колхозе какая обстановка была? Лошадей всех забрали, тракторы все забрали в армии, все в армии забрали. Корову впрягали в этот в плуг, но корова не в состоянии, у нее силы не такие, как у лошади. Вот. И мы вместе с женщинами, подростки, помогали корове тянуть плуг. Вот в таких условиях, но нужно было стране хлеб. И хлеб
Слушайте, вот казалось бы, я вот один случай расскажу, да, у женщины. Было пятеро детей тоже, ну, мужа забрали в армию, вот, в армию ушел. Она с пятью детьми осталась. Дети просят кушать, а ей нечего давать кушать, понимаете? Нечего давать кушать. И она решила избавиться от детей. Вот, и решила поотрубать голову всем детям. Понимаешь? Это ж я вам рассказываю истины. Значит, она решила сначала отрубить старшей дочке. А подошла к той, а та проснулась. Ну и у ней рука не поднялась, понимаешь, уже проснувшись. Вот, и дочка убежала в деревню народ собирать. Она поднялась наверх и этим всем малышне, которая четверо детей, потрубала голову. А сама потом бросилась в деревне колодец такой Журавлев, называется. Ведро там, подняли ее, ну, судили ее. Ну, вот, так, вот такой, казалось бы, сами мы выращивали хлеб, а сами не могли ни себе килограмма. Вот, вот такое время было. Но патриотизм был очень высокий. Сейчас нет такого патриотизма у нашей молодежи. Вот, ребята понимают все, но патриотизма такого нет. Я считаю, что сейчас наши родители не совсем правильно воспитывают детей. Пришел ребенок в магазин и начинает показывать. Вот это мне купи, вот это мне купи. Вот это. Не знает цену жизни, цену заработанного рубля. Зачем вот? У меня две беседки вот сделаны. Вот, ну-ка вот, давай сообрази. Концертная бригада приезжает, им где-то надо раздеться, чтобы выйти на сцену. Они там раздеваются и выходят на сцену, выступают. Понимаете? Это для артистов. Вот. А там не каждый раз, а заказывай солдатскую кашу. А куда солдатскую кашу? Что? Вот они придут, эти миски разложат на этом, на земле, что ли? Вот сделали там. Там стол стоит и накладывает кашу, детей, дети питаются и ветеранов кормят, угощают. Концерт идет, а здесь как будто присутствуют ветераны войны, хотя они уже уходят из жизни. Приехал, когда в Минск в 52-м году, у нас вот кончался Минск, обсерватория, и дальше поле было. И на правой стороне все ли были памятники, немцы похоронены, немецкие памятники. До самого этого кладбища Московского, все эти памятники. Минск же заново построен. После войны осталось всего три здания. Это дом офицеров, оперный театр и этот, и дом правительства. Вот три здания, которые стали целы. Тяжелые времена были. Вот, тяжелые времена были, но патриотизм был тогда выше. Надо беречь свою страну. Лучшего вы ничего не найдете. Если вы хотите лучше жить, надо засучать рукава, работать. У нас все условия для этого есть. Хочешь учись, хочешь осваивать профессию, все есть, учись. Вот. А что ж вы хотите? Сразу все иметь? Нет, так не получится. Я такой пробивной человек. Значит, я прихожу, Корнеонов у нас был, начальник ЖЭСа. Я говорю, что ты, слушай, мышей не ловишь? За наш микрорайон архитекторы получили Ленинскую премию. А вот сейчас запущены, загажены. Я говорю, а, Василий Петрович, никто ничего не хочет помогать, и никто со мной не хочет разговаривать. Я говорю, вот тебе две недели сроку, напиши мне, где что отремонтировать в нашем микрорайоне. И мне черновик на стол. Я подкорректирую, отпечатаешь, а дальше я буду заниматься. И мы отпечатали, и я пошел Скакун. Это был глава администрации Первомайского района Скакун. Я пришел, два часа его мозги компостировали. Я так характерно, да. И через три месяца получаю ответ. Василий Петрович, ваше предложение рассмотрено. На следующий год запланирован капитальный ремонт. Я говорю, вот давайте, может быть, что-нибудь для ветеранов придумаем, чтобы они отдыхали здесь.